парк какой-то, там тоже погуляю. Ехать мне 68 минут, как показано по карте, ну, примерно ручно выйдет где-то 1:20. Ребята, все, я доехал до этой станции. Сейчас встретился с девушкой, я ей привез 3 крема. Она просила. Вот, сейчас доехал до станции и посмотрим на саму эту башню. Юр сказал, что от этой станции видать эту башню. Ребята, нашел я эту башню, она находится вот здесь, метро, вот она. Я решил сейчас перейти дорогу, хочу перекусить, потому что еще не завтракал, время уже 12, надо позавтракать. Ребята, заказал я вот это 7 штук и пицца здесь 46, 86, 122, 76, 108. И еще заказал я вот такую пасту за 43. Не знаю, что принесут мне. Сейчас посмотрим. Ребята, мне сейчас принесли стакан теплой воды. Теплая вода с лимоном. Ребята, вот мы принесли креветки и лапшу. Ну что, ребята, пробую. Не знаю, с чем это, что это, вообще без понятия. Вот это красное, тоже не знаю. Пробуем. Что вот такой сладкий? Чуть-чуть, я бы сказал, даже не соленая, но лапша сама не соленая. А соус дает кислинку и соль. Нормально, вкусно. Вот это красное, розовое, вернее, что это. Да, нормально. Теперь пробуем креветки. Соус. Нормально. Соус как бы вот такой. Наверное, чеснушка с лимоном, что ли. Кисло-сладкий. Ну все, приятного аппетита. Ну все, ребята, я поел. Отдал я 80 юаней. Это почти 800 рублей. Подошел ко мне таксист и предложил за 10 юаней довезет до этой башни. Я согласился. Where come from? I rush tourist. Okay. Moscow, Moscow. Moscow, oh, okay. Welcome to Beijing. Putin, Moscow. Oh, yes. Hello, sir. Лосса, yes. Лосса. Он. Yes. Go. Yes. Go, let's go. Let's go. Very beautiful. Beautiful, Beijing. Beautiful, super. It's very good. Very good. GoPro camera. Oh my god. Ребят, все, я за 10 доехал. Он мне показывает
А, тут что-то субмарина мировая. 海底上下. Так, ребята, купил я за 120. Кстати, ребята, вот аквариум, допустим, и вот здесь есть такой монитор, который говорит, объясняет по данным рыбкам, рассказывает, что это за рыба. Все, ребят, купил я вот такой билет, стоит он 90 юаней. В общем, поднимаемся наверх. Так, показали идти вот в это направление. Я показал им билет. Типа, куда идти? Они сказали идти сюда.
ребята, у меня тут три остановки, получается, будет 238 метров, 221 и на 6 метров. Ребята, какой бегун. Если бы не смог еще. Сейчас буду спускаться вниз. We'll be right back.
Ну что, прикольно. Интересно посмотреть. Будьте в Пекине, можете приехать на данную башню. Спасибо.